Всем привет, с вами Комаров Виталий, и это видео я хочу показать тем, кто любит ремонтировать вот такие лампочки. Да? Вот ничего такого сложного нет, берем, отламываем вот такой вот цоколь, да, он пластмассовый, без всяких проблем, когда-то с усилием, когда-то здесь что-то надо подколотить, подломать, и он отваливается, да. Здесь вот достаем вот эту площадочку, меняем какой-то светодиодик. Как вот здесь вот не видно. Но вот если видно, то вот этот вот. Он сгоревший, его достаточно поменять на аналогичный. И лампочка продолжит свой путь существования. Ну, это так вот, ну, занимаешься этим. Гораздо проще купить вот такую вот новую лампочку и вкрутить ее. Но это все бы хорошо, но я столкнулся вот с этой лампочкой. У нее цоколь, он по цвету такой же, только вот он длинный, вот такой вот. Такой-то он длинный. Ну, лампочка хорошая, она отслужила неплохо. Но. Я ее без всяких забот начал вот так вот ломать. Она шла туго, я поднатужился еще сильней. И, ребята, она у меня в руках рассыпалась. Вот они, эти осколки. Ребята, она стеклянная. Кошаки бегают, сволочи. Она вот прям, на самом деле, она стеклянная. Это не пластмасса, это вот стекло. Вот я поранился, тут уже подсохло все. Вот поранился, тут еще где-то, вот. Так что имейте в виду, вот такие вот, как, ну, как оно, цоколь такой называется, я не помню, но есть такие лампочки, так что будьте поаккуратнее. Можно порезаться, и довольно-таки серьезно, но крошится довольно-таки легко, гораздо легче, чем такое стекло, и вот видно, что это стекло, вот оно прям даже блестит. Это не пластмасс, вот. Вот она, эта лампочка. Именно эта лампочка, если у кого-то такая вот лежит, имейте в виду. Так что будьте поаккуратней отламывать. Я даже предположить не мог, что может быть вот в прямом смысле стекло. Она даже вот гремит, как стекло. Все это рассыпалось на мне, у меня в руках. Стекла потом все это пылесосили, все это... Было довольно-таки здорово. Такое вот удовольствие чуть не превратилось. В буквальном смысле, сдавя руку посильней, все бы осколки прямо бы там в глубине бы были. То есть вот такие вот осколки остаются. Это еще раз я говорю, стекло. Это не пластмасса, это стекло. Все, подписывайтесь на мой канал. Я всегда всем рад. На комментарии я отвечаю. До новых встреч!